Гороскоп на 27 октября 2023 года для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В пятницу благоприятный день для поиска союзников. Возможны перемены в отношениях с теми, кого вы хорошо знаете. Вы увидите этих людей с новой стороны, заметите те черты их характера, на которые прежде не обращали внимания. К таким открытиям старайтесь относиться спокойно, не стройте на их основе недалеко идущих выводов, ни иллюзий. Важно прислушиваться к замечаниям в свой адрес, в том числе и критическим. Иногда окружающие видят то, на что вы не обратили внимания. Чужая наблюдательность может быть вам очень полезна. Личный гороскоп. Этот день можно смело посвятить любви, семейным отношениям, новым знакомствам, которые могут перерасти в серьезное длительное отношение. Сегодня звезды благоприятствуют и вашим финансовым делам. Не исключена выгодная коммерческая сделка, заманчивое предложение или выигрыш. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. У Овна намечается трудный финансовый момент. Кстати, вам давно следовало бы подстраховаться, чтобы сохранить денежные средства. Овну не следует приобретать что-то дорогое и масштабное. Исключите поход по магазинам. Будьте экономны, иначе бюджет окажется на нуле. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует потери, утраты. По-видимому, вам не удастся избежать финансовых убытков. Для многих наступили тяжелые времена. Ограничьте свои потребности, не делайте покупок и не принимайте решений, которые могли бы повлечь за собой большие расходы. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Сегодня для Овнов не исключены неприятные разговоры на работе и дома. Начальство может потребовать у вас отчета о проделанной работе и заинтересоваться проверкой вашего профессионализма. Дома также предвидится трудный разговор с домочадцами. В пятницу – подходящий день для любых занятий, требующих творческого подхода, изобретательности и нестандартных решений. Сейчас вам гораздо легче придумать новое, чем идти по знакомому пути, причем касается это даже тех, кто обычно предпочитает проверенные методы. Ваша способность видеть привычные вещи в новом свете многим кажется очень привлекательной. С близкими, может быть, нелегко поладить. Постарайтесь не допустить конфликта. Поссориться сегодня гораздо проще, чем помириться. Лучше воздержаться от критических замечаний в адрес тех, кто вам дорог. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Сегодняшний день для Тельцов обещает быть довольно комфортным, однако не исключены некоторые трудности на работе. Возможно, вы задумаетесь о совершенствовании своих профессиональных навыков. Также будет иметь большое значение разговор с начальством. Личный гороскоп. День исключительно благоприятен для реализации замыслов по ремонту и благоустройству дома, для разных квартирных хлопот или дел, связанных с землей, строительством, проектированием. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Если сегодня Телец будет чего-то бояться, то точно случится неприятность. Особенно это касается личной жизни и отношений с возлюбленным. Гороскоп не советует Тельцу паниковать раньше времени. Тем более, что ваши чувства взаимные и искренние. Не забывайте, что плохое сбывается чаще хорошего. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможно, вас сегодня будут охватывать беспричинный страх утратить нечто важное, потерять любимого человека. Помните, именно своими страхами мы притягиваем к себе несчастье. Верьте, что все будет хорошо, и вам не придется жаловаться на судьбу. В пятницу отличный день с точки зрения финансов. Деньги к вам буквально липнут. При этом расходы можно свести к минимуму. Для покупок, особенно крупных, момент сейчас не самый благоприятный. Исключение тут составляют сделки, которые планировались заранее. Вторую половину дня желательно провести в окружении близких, хорошо знакомых людей. С остальными трудно будет найти общий язык. Если вы недавно приняли какие-то важные решения, не торопитесь обсуждать их с окружающими. Это касается не только личной жизни, но и многих рабочих моментов. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Сегодня вас, близнецы, ждет непростой день,
как в семейных отношениях, так и на работе. Возможны материальные проблемы. Единственное, что поможет вам справиться с проблемами, это огромное чувство дисциплинированности и ответственности. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. В этот день близнецам будет сложно совладать со своими желаниями и страстями. Вы можете угодить не только в конфликтную ситуацию, но и драку. Сегодня не стоит ходить в парикмахерскую, увлекаться азартными играми и переедать. Будьте осторожны во всем, чтобы сохранить здоровье и нервы. Гороскоп «Дом» на сегодня. День очень тяжелый, один из дней обольщения. В близнецах легко высвобождается инстинкт захвата, неуемный аппетит, склонность к бреду, дракам и авантюрам. Опасно поддаваться гневу, предаваться обжорству, стричь волосы, подвергаться хирургическим операциям, не следует вести сидячий образ жизни. В этот день необходимо быть воздержанными, осторожными и аккуратными во всем. В пятницу непростой день. Старайтесь не спешить и не предпринимать ничего важного. Возможны споры из-за мелочей, разногласия с деловыми партнерами и коллегами. Вам трудно отстоять свою точку зрения, поскольку вы легко начинаете нервничать, все происходящее принимаете слишком близко к сердцу. Немного хладнокровия не повредит. Важной будет поддержка близких, которую вы обязательно получите. Не бойтесь рассказывать о том, что вас волнует и тревожит. Искренность идет на пользу отношениям. Нежелательно отправляться в долгие поездки, поскольку они могут оказаться очень утомительными и довольно неприятными. Высока вероятность простудных заболеваний. Личный гороскоп. Сегодня следует соблюдать осторожность, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. В интимном плане день просто великолепен. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Раку удастся увлечь за собой многочисленную армию единомышленников. Вам предстоит участие в мероприятиях и даже забастовках. Потрясающий дар убеждения позволит Раку раскрыть творческие таланты и помочь людям реализоваться. Гороскоп советует заключать контракты с партнерами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вторая половина дня благоприятна для рекламной кампании, вас смогут услышать миллионы. Вплоть до середины дня сегодня вы будете в состоянии оказывать значительное влияние на людей и общественные процессы. Вам будет легче найти общий язык с людьми издалека, поэтому опирайтесь на дальних партнеров. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Сегодня вам, раки, звезды советуют собрать всю волю в кулак, проявить все свои профессиональные качества для достижения поставленных целей. В частной жизни будьте внимательны, поскольку некоторые отношения станут холоднее. В пятницу день хорош во многих отношениях, но наиболее заметным будет влияние позитивных тенденций в деловой сфере. Вы способны работать много и плодотворно, почти не чувствуя усталости. Нет такой задачи, которую вы не смогли бы решить, если это будет нужно. Там, где речь идет о деньгах, будьте бдительны, педантичны, дотошны, не бойтесь показаться занудой. Близкие вас отлично понимают, порой угадывают и исполняют ваши желания. Порадует любимый человек, у вас тоже будет возможность сделать ему что-то приятное. Личный гороскоп. День может оказаться очень тяжелым. Вероятно, нежеланная встреча или неприятное известие. Звезды предупреждают мужчин-львов о возможности некоторого спада в финансовой сфере. Женщины-львицы должны приготовиться к тому, что их новое увлечение не окажется длительным, вероятно, разочарование или обида. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Отличный день для того, что Лев решил юридические проблемы. Не бойтесь быть эмоциональными и общительными. Такая тактика поможет Льву во многих трудных вопросах. В семье возможен конфликт на материальной почве. Если будете собраны и деликатны, то добьетесь успеха в делах. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день не подходит для решения вопросов, требующих участия чиновников и законодательных органов. Импульсивность помешает вам достичь намеченного. Желательно действовать, не торопясь, и использовать только проверенные методы. В служебных вопросах нужны порядок и дисциплина. В семейных делах в первую очередь
вам нужно разобраться в материальных проблемах. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Сегодня вам, львы, звезды не советуют начинать какое-либо лечение или новое дело, поскольку у вас сегодня не совсем удачный день. На работе возможны придирки, недопонимание и возврат к старому нелюбимому делу. В пятницу день неоднозначный и довольно сложный, но нет сомнений в том, что вы преодолеете все трудности. Важно избегать суеты и спешки, следить за тем, чтобы в делах был порядок. Вы сможете избежать путаницы и неразберихи, поймете, как нужно действовать, чтобы добиться успеха. Нелегко будет найти общий язык с близкими. Вам могут напомнить о каких-то неприятных ситуациях прошлого, старых обидах. Критики в ваш адрес звучит больше, чем обычно. Старайтесь относиться к этому спокойно. Большинство замечаний не стоит того, чтобы переживать из-за них. Личный гороскоп. День может быть очень тяжелым. Для мужчин-дев перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Новое знакомство не окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья, соблюдать режим питания, отдыха и сна. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп предсказывает Деве неоднозначный, но интересный день. Вам предстоит встречаться, общаться и убеждать людей. Если вы занимаетесь бизнесом, то налаживайте контакты с новыми партнерами. Главное, не суетитесь во время решения проблем. Тогда обеспечите себя внушительной прибылью. Гороскоп «Дом» на сегодня. В середине дня сегодня вероятно обилие деловых контактов, которое принесет вашему бизнесу серьезный успех уже в ближайшее время. Первая половина дня сегодня будет результативной, но можно многое потерять, если слишком форсировать события. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Дев сегодня ждет конфликтная ситуация с близкими людьми по объективной и известной вам причине. Вы не сможете осуществить свои планы, связанные с развлечением или свиданием. В пятницу многообещающий день. Открываются новые перспективы, вы не упустите свой шанс добиться успеха. Возможно, заманчивые деловые предложения, не исключено, что они будут связаны со сменой работы или сферы деятельности. Будет шанс завязать полезное знакомство. Важно беречь репутацию, не давать поводов для слухов и сплетен. В этот день вам будет легко решить финансовые вопросы, выгодно вложить деньги, возможны удачные покупки. Вечер подарит массу приятных впечатлений. Особенно удачным он будет для влюбленных весов, которые смогут провести время со своей половинкой. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Сегодняшний день для вас, весы, не только неблагоприятный, но и опасный. Будьте внимательны и сосредоточены. Возможно, что ваши ошибки или ошибки кого-то из ваших близких не дадут вам добиться цели. На работе проявите весь свой профессионализм. Личный гороскоп. Неблагоприятный день со снижением деловой активности и расположенностью к депрессии. В первой половине дня, вероятно, мелкие неприятности, а во второй половине вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях с партнерами и близкими людьми. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Если Весы в этот день не смогут усмирить свои аппетиты в плане денег, карьеры и любви, то точно угодят в конфликтную ситуацию. Кстати, ссора возможна не только с домочадцами, но также с коллегами и вышестоящим руководством. Весам не следует заниматься важными документами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день считается критическим. Он опасен всплеском негативных эмоций, конфликтами как на работе, так и дома. Как факир в цирке заговаривает змей, так и вам необходимо усмирять свои негативные качества. Неблагоприятно начинать цикл образования, подписывать важные документы, заводить знакомства. В пятницу – благоприятный день, позволяющий добиться успеха во многих делах. Возможно, не все пойдет по плану. Но вы быстро сориентируетесь в ситуации, поймете, откуда ветер дует, и используете сложившиеся обстоятельства в своих интересах. Можно найти новых партнеров и покровителей, присоединиться к работе над перспективными проектами. При этом вы никому не позволяете манипулировать вами или злоупотреблять вашей добротой,
Не стесняйтесь отстаивать свою точку зрения, можете спорить даже с влиятельными людьми. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионам необходимо быть внимательнее, особенно это касается оформления документов. Не забудьте осмотреть ваши вещи, когда покидаете дом, дабы не забыть чего-то важного. Разбор рабочих или личных проблем будет более конструктивным, если все участники постараются забыть про эмоции. Личный гороскоп. Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Отношения с окружающими стабилизируются, хотя иногда вы будете чувствовать негативное влияние прошлых дней. Сегодня благоприятно посещение театра, концертных залов, музеев. Вторую половину дня посвятите культурному отдыху в обществе любимого человека. Вы получите положительный заряд для будущей недели. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Скорпиону сегодня придется немало потрудиться, чтобы сохранить накопленный капитал. Не вкладывайте деньги в малознакомые проекты, а также не покупайте дорогие вещи. Гороскоп советует опираться на свои силы, а не ждать помощи от людей. Соблюдайте диету, чтобы не подорвать работу желудка. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня вам придется надеяться только на себя, так как при диссонансе планет сослуживцы вряд ли вам помогут. Этот день не подходит для инвестиций или крупных приобретений, траты наверняка окажутся неоправданными. Вероятно, обострение хронических заболеваний органов пищеварения. Следует быть осторожнее с лекарствами. Не злоупотребляйте жирной, острой и экзотической пищей, вредной для печени. В пятницу день проходит очень плодотворно. Вы чувствуете прилив жизненных сил и энергии, поэтому охотно и с энтузиазмом беретесь даже за очень сложные дела. Есть шанс найти надежных союзников, но вы справитесь со всеми трудностями, даже если не встретите тех, кто захочет помочь. Это благоприятный день для знакомств. Вы нравитесь людям, на многих производите хорошее впечатление, сами же здраво оцениваете тех, с кем имеете дело, не оказываетесь пленником иллюзий. Возможно, небольшие финансовые потери, не стоит торопиться с расходами и покупками. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Сегодня вам, стрельцы, представится возможность взглянуть на свою работу и планы объективно и критично, что даст выявить как мелкие, так и крупные недочеты. Будьте внимательны в финансовых делах, поскольку не исключены потери. Новые проекты оставьте на потом. Личный гороскоп. День благоприятен для завершения дел и перспективного планирования. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Длительные поездки или отдых на лоне природы в обществе близких людей снимут нервную усталость. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. В этот день женщины-стрельцы смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности. Вероятно, появление на горизонте прежних поклонников. Судьба позаботится и об одиноких мужчинах-стрельцах, им уготована романтическая встреча. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Если сегодня Стрелец надеялся получить прибыль, то его ждет разочарование. Возможно, что вам вообще придется попрощаться с крупной суммой денег. Не одалживайте финансы даже тем, кого хорошо знаете и доверяете. Сейчас не время сорить деньгами и осуществлять вложения. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможно, некоторые стрельцы потеряют часть своего капитала или не получат тех денег, на которые рассчитывали прежде. Следует быть более внимательными к своим финансам, не давать денег в долг и не использовать средства для быстрого обогащения. В пятницу – благоприятный день для разных дел, в том числе сложных. Особенно удачным оказывается участие в совместных проектах. Они позволяют не только добиться выдающихся результатов, но и отлично провести время. Возможно, начало плодотворного долгосрочного сотрудничества с людьми, которые вызывают у вас симпатию и уважение. Хорошо проходят деловые переговоры, также можно обсуждать сложные вопросы личного характера. Вы легко находите общий язык как с близкими людьми, так и с новыми знакомыми, поскольку всегда прислушиваетесь к мнению окружающих и уважаете их интересы. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Сегодня от вас, козероги, зависит многое, возможно, даже ваша карьера. Будьте внимательны к тому, что вы говорите,
Постарайтесь не поддаваться эмоциям и реагируйте на критику правильно. Звезды также советуют составить план работы и позаботиться о своей безопасности и здоровье. Личный гороскоп. День неблагоприятный для финансовой деятельности, для любых активных действий и дел, требующих немедленного решения. Существует вероятность некоторого ухудшения финансового положения. Возможны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более, чем обычно. Не исключены неприятности со здоровьем. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Сегодня Козерог может быть абсолютно спокоен за свою работу и материальное положение. Вам удастся достичь любых высот, если приложите усилия. Гороскоп советует Козерогу быть осмотрительным и не принимать спонтанных решений. Деловые соглашения лучше заключать в середине этого месяца. Гороскоп «Дом» на сегодня. У вас есть все шансы преуспеть в бизнесе и своих финансовых прогнозах. 7 раз отмерьте, прежде чем предпринимать что-либо. В пятницу можно достичь больших успехов, но дадутся они нелегко. Скорее всего, вам придется вернуться к каким-то давним начинаниям, работе, которую вы давно считали завершенной. Найдутся люди, готовые помочь и делом, и советом. Личные отношения стабильны. Если в них что-то и меняется, то в полном соответствии с вашими ожиданиями. Лучше воздержаться от критических замечаний в адрес близких людей и не давать советов, если о них не просят. Сегодня вам не всегда удается быть деликатными, самые впечатлительные могут обидеться. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолей, сегодня весьма напряженный день. Возможны неприятности при доступе к информации, в учебе, в планировании поездки. По объективным причинам общение с иностранными партнерами может быть ограничено. Также вероятен не совсем приятный разговор, касающийся либо вашего здоровья, либо карьеры. Личный гороскоп. Критический день. Ваша материальная сфера крайне уязвима, найдется немало желающих распорядиться вашими деньгами. Будьте внимательны и осторожны, держите под контролем наиболее ценные вещи, велика вероятность краж. Сегодня лучше не давать денег в долг и не подписывать финансовых документов, перенесите эти мероприятия на более стабильное время. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Водолей может угодить в неприятную ситуацию, связанную с деньгами. Не вкладывайте крупную сумму в проект, который мало изучили. Все тщательно обдумайте, а потом принимайтесь за важные дела. В противном случае Водолей останется в минусе и растратит накопленные средства. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что сложную ситуацию в бизнесе усугубит неправильное и непродуманное вложение водолеями денег в какой-то проект, потери от которого окажутся весьма значительными. Только правильное распределение и вложение средств поможет добиться результатов. В пятницу очень благоприятный день. Воспользуйтесь им для достижения давно поставленных целей, решения важных вопросов. Можно браться за сложные дела, вы справитесь с ними гораздо быстрее, чем можно было предположить. Вероятны полезные знакомства, некоторые рыбы найдут союзников, которые со временем станут настоящими друзьями. Вероятны перемены к лучшему в финансовой сфере, денежные поступления и выгодные сделки, которые принесут значительную прибыль. Покупки, даже спонтанные, будут исключительно удачными. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыб сегодня могут ожидать препятствия из-за незнания некоторых законов. Звезды советуют обратиться к специалисту за решением проблем. Сегодня весьма вероятен конфликт с партнерами, который вы захотите решить официальным путем. Такое решение может привести к потере друзей. Личный гороскоп. Сегодня очень высока тенденция к разрушению и вероятность конфликтных ситуаций. Вас хотят выставить не в лучшем свете, поэтому постарайтесь не откровенничать с людьми, в порядочности которых вы не уверены. Возможно, серьезное разногласие с партнерами по поводу заработанных средств. В результате вы можете оказаться в убытке. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Вы будете без вины виноватыми. Желательно уединение. Но не отчаивайтесь, не все так плохо, как кажется. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Гороскоп предупреждает рыб о натянутых отношениях с начальством. Вам не следует резко доказывать свою точку зрения.
Руководству не понравится напористость рыб, которые пытаются высоко прыгнуть в бизнесе. Важные переговоры с компаньонами лучше перенести на более благоприятный период. Гороскоп Дом на сегодня. Этот день может быть отмечен скандалами и конфликтами с руководством. Предпочтительно отложить до лучших времен серьезные деловые беседы и выяснение спорных вопросов с сильными мира сего. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!